покормили, постоять. Ну там Равис, если в сове, да. И лучше Давакина, бля, ему проще, нахуй. Хотя хуй знает, как им проще. Ну да, мне хотя проще будет, чем ему на Да, ханте. в принципе. Заодно хоть лапки разомну. Да за ДЦ кайфово на РНЖ стоять, сидишь и бланишь, нихуя, блин, просто щиты кидаешь. Да я что-то, мне так скучно стало нахуй в этом ЦЛК, я чуть не уснул. Ебать, я развлекал как мог, нахуй. Да. А еще что-то, блядь, ты говоришь, о, забейте хуй на ром, блядь, а я там в этом роме, блядь. Я не помню, где это было. Ну, на вальке я, блядь, на ромбе был, ты такой, забейте хуй на ром, блядь, бейте другой. А там хил, и я падаю нахуй. Лол, блядь. И потом без маны нахуй, весь пул, блядь, хожу, блядь, по одному щитку за 6 секунд. А у нас только рот на 25 игроков стоит. В натуре, да. Выходим. Да, прав. Выходите, я последний. Саша, будем вместе. Сейчас последний выйду. А у кого РЛ? Ты обновишь, да? Сейчас я прогружусь. Обновляй. Ой, сейчас. Ебать, помните, мы как-то пошли мобов хуярим, что-то сложно, нахуй, прохиливаемся, еле-еле, нахуй. Оказывается, 25-ка стоит. Так фул трэш как-то почистили в 25-ке, нахуй, там прикол в том, что там шаман соло хилил этот трэш. Еще второй хил АФК был. Вой, у нас ЗАД, ТТГ, Икара, Гер без ЕП, правильно? Блять, ну по-моему Зуламан я... Сейчас я посмотрю. То есть, если что, можно с пугами идти, да? Ну... Да, в принципе, иди. Я думаю, постараюсь что-нибудь с бигдемом сообразить. Может, кого-то печеньками приоденем. Вот. Посмотрим. Насчет ЕП я не знаю. Надо посмотреть, как с этим, с Личом и с Халеоном будет. Если сейчас Халеона закроем, может быть, и за эти инсты попробую ЕП ввести. Главное, чтобы это, ну, не больше 2-3 рейдов в неделю было. Если это больше будет, будет проблемно с начислением. Хотя хули в список просто со скрином давать и все, я буду начислять. Можно тебе так отдам кассер? Я все время забываю, что на почту скинуть надо. Капец здоровый пет, смотрите, с РБК недавно срулил. Пет с РБК размером с меня просто. Жесть. Заплата вообще. Ну тот чубрик, которого на ласте мы били, последнего. Тупо таракан размером с меня. Спасибо, Пэш, каждый раз забываю. Все, хочу скинуть, после рейда не забываю. Сань, ты теперь только улучшенные будешь сердоли стали туда? Шейм. Ну я вот хотел, но наполировать его, вот, наверное, не знаю. Буду ждать. Ставим, либо сейчас сердоли вставил. Там надо еще, блядь, со статами разобраться. Блядь. Что лучше, блядь, одевать зов или череп? Крита не хватает.
Видишь, Хурюк, как? Ты тут Диси, Хурюк. Это не Хурюк, это Биг Дэм, по-моему, его сказал. Это я. А, перепутал, блин. Видишь, скорость сбора шемов в обычках зависит от того, сколько обычек. Типа, если, блядь, так с пугами ходить, блядь, собирать. Вот. Ну напрямую. Я собирал на 8 боссов, я 4 недели ходил, собрал себе 12 осколков, но это очень мало, типа, падало под мало. Да, на фулс гильдии, да, на фулс гильдии лучше ходить. Напрямую все зависит от того, как у нас соберется второй рейд. Если он будет, вот, пожалуйста, будем ходить. Главное, чтобы он там не 230 DPS был, а 300, 290 хотя бы. Ну, 24 осколка, блядь. Ну что там, ебашить будем, чешо? У нас нет этого, да? Паладина. Каску, баф. Апкрик. Могу касочки раздать. Там будет. Опа. Я кинул, кинул. А, ну, блядь, то опять. А ты что с нами, Давакин? Кто с вас в Мелизоне-то? Мы шестеро здесь. Кто в Мелизоне? Давакин Мелизона. Ну, Джихан. Где у нас не хватает? А, сори тогда. Это я написал ему. Давакин, где в Мелизоне? Суки, говорят. Он 20к бы дал сейчас. Если он 20к даст, я могу в Мелизону пойти. Ну давайте только быстрее это решите, бля, а то мы сейчас спулим еще. Ну пуляй, звук. Ты пофиг, пуляй. Давай, раз, два, три, пуляй. А Гера будет? Геру сдайте. Блин, шеем взял сразу 22 держит. О как. Ордады гейтеры. Там на лече что-то не особо. Берегитесь. Почувствовалось. То есть все потому, что алкашные камни были. Пока не до сих пор алкашные. Я еще ничего не переставил. А, нихуя, блять, у меня же в макросе нахуй не написано. Пизду, блять. Че, переодел пуху? Ну конечно, мне написано, блядь, там достойка, другая пуха, блядь, шем снял, сука. Берегитесь.
Перчатки дерьма. Ну, с этой силы заклинания хорошая перчатка. Для себя, к примеру. Ой, это хорошая, да, которая тикает чарка. Нужна кому-то? Если бы я пошел на ШП сейчас, я бы, наверное, бы не даже... Что там попробовать? Нахуй, вот это пизда. Вот тикающая рольте. А как понять тикающая? Ну, она типа тикает до 100 СПД и вниз падает. До 100 и вниз. Вот так вот. Ну, пускай забираю вот Геншин. Так. Пуха кому-то нужна? Вообще. Что за пуха там? Танковская. Ну, он биг дэм. Так, и вторые тогда перчатки я дам подушке. Че там? Или кому-то нужны? Нет, наверное, не нужны. Вторые тогда подушки. Так, пет кому-то нужен вообще? Наверное, здесь он у всех есть. Не, не надо. Вот, ролики даем. Иди чистить трэш пока. Так, вот, держи тебе Довакин пуху на трансмог. Остальные такая есть. Так, Равист. Держи Равист. Все. Починитесь сразу. Поносите тут все это дерьмо, я не умею здесь ничего типа, командовать. Когда сдавать сейвы, что такое. Ну, сверки просто закрываем. А у нас нет сейвов. У хукмастера есть, два гимна есть и два спокойствия у друидов есть. Да, ну вот, надо будет это. Бойд, может ты в ордеру спекнешься? Под первый надо будет, наверное, брать этот. Гимн на хп, второй, там зыбка будет. Тут нужно хилить. Очень сейчас надо спекнешь. Хилить. Это заклинание еще не готово. А, за спину босса, босса. Пойдет кто? Довакин, вон встань за спину босса. Я его лицом к двери подержу. Все, давайте, что вы там? Довакин, сегодня твой день, давай. Пошлите, давайте. 3, 2, 1. Блин, 4 минуты Гера. Мы без Гера, скорее всего, забьем. Блять, потанирует. Красные стороны вертики. Стоим, ебало, бью босса. Сфера, я закрою сферу. Я ее уже закрыл, если что. А, ладно. Там просто бублик был темный. Ну, я на краю стоял. Щупальца стоит, надо будет хилить.
и черная хуйня. Бублики в сторону. Надо с потолками выбежать. Сейчас будет дыхание скоро. Надо готовиться. Давай, Дим, на ХП Геншин. Сейчас надо будет заходить по полки. Забежали все. Выйду, дам спокойствие. Ну и давай, Дим, наверное, ХП кастуй второй, и незыбку надо было еще дать. Под гином сложила. Надо было незыбку дать, незыбку не дали. Крестните. Я до этого, до погружения давал. Мой пояс бисовый тоже для ШП. Да и, наверное, для какой-нибудь совы тоже будет крутой пояс. Ну-ка. А, рот ебал, ну-ка. Падение. 35. Сука. Че на ШП не пошел сейчас, блядь? С СПД падает всякая хуйня. Ну давай, похуй, вот эти штаны. СПД, тут СПД. Че, тебе нет такой чарки, Войт? Пояс заберите. На штанах именно ее нет, по-моему. Геншин, тебе нужно для ШПшника? Топовый пояс. Жесть, ой, какой крутой. Если хотел носовый, это тоже хороший пояс. Да, носовый крутой, но мне он не нужен. Я ебал его апать, я не хочу. Да тут не надо чарку рерулить, здесь чарка то позже. Просто СПД. Или будет тебе закинуть? Ты будешь его улучшать, пояс? Ткань? Пояс? Ну закинь похуй, то и то закинь, поебать. Потом что лучше. Ну, СПД это на самом. Этот, так, штаны. Хилить вам этот следующего босса или не надо? Меч кому-то нужен, трансмог? Да, нет, нет. Наверное, хилить, да? Первому пролу закину. Закину. Хораспыл есть. Геншин, держи. Дайте фул рибов по падшим. Че, как мы его убиваем? Да, будем бегать по кругу? Да похуй, поебать вообще. Тут, блядь, IQ, блядь, 10 надо, нахуй, чтобы вынести метку. Бадушка только без маны. Бадушка, пожри что-нибудь. Давайте по сторонам туда выносить. Влево-право. Если тут все засрем, то босс немножко отведешь в сторону, подальше. Че, пошли ебашить. Башить. Просто пойдемте ебашить.
Давайте Гера сразу. Можно сделать так, чтобы на милишный кафана вообще не кидалось. Заебало, вы умрете. Кто-то стере побежал. Да не босса места мало. Так, кому нужна башка вот эта руническая? Я в ахуе. Я просто в ахуе. Нужна кому-то голова? Танковская башка. Декан. Но про товары это декан. Но про товары заебись. Руническую вон хукмастером, блять. Хукмастер, ага. Так, а вот это вот что это такое? А, это варовская. Это биг демо. У меня есть такая. Уже опута. Значит, на распыл. Так, а жезл кому-то нужен?